315 участников из 14 регионов России. На всероссийский чемпионат по гиревому спорту прибыли также спортсмены из соседней Монголии. Их участие в соревнованиях стало уже традиционным. Знаковое действительно событие. Уже сказали, что это одно из двух всего лишь мероприятий такого масштаба, такого уровня всероссийских, где можно выполнить норматив мастера спорта, который проходит у нас на территории Российской Федерации. Одно из них проходит у нас на территории Республики Бурятия. Это особенно важно и особенно почетно для нас и ответственно, конечно. Сборную команду нашей республики представили почти 100 спортсменов. Самому старшему участнику за 70. Мы вообще планируем, чтобы этот турнир все-таки он стал международным. По крайней мере, Азиатско-Тихоокеанский регион, который вот мы где находимся, я думаю, что в течение 2-3 лет мы эту тему разовьем. И этот турнир все-таки станет международным. Сильнейшие гиревики России соревновались за чемпионские титулы, звания лучших и нормативы мастера спорта России на протяжении 5 дней. Алена Мироманова, Бато Гармын, новости дня.